Красивые такие здания. Это Барнаул, 27 апреля 2022 года. А это вот миграционный пункт, вот теперь его заменили в другом месте, а который переделал эту улицу, какая-то там городская прокуратура. И все-таки этот всякие делают для красоты. Машин пропасть, 171 тысяча, ну это больше, наверное, прошлогодние данные. Вот она где.